Саженцы пиона древовидного цветочная роса, Paeonia sofraticosa, настоящее весеннее чудо. Сорт радует цветением уже в мае. Преимущество сорта – морозостойкость и устойчивость к заболеваниям. Кусты высокорослые, ветки раскидистые. Высота стеблей составляет примерно 1,3–1,6 метров. К составу почвы нетребователен, предпочитает расти на солнечных участках. Цветки махровые, лепестки насыщенного розового оттенка с голубоватым отливом, диаметром от 17 до 20 сантиметров. Зацветает пион в конце мая, продолжительность цветения около 2 недель. Бутоны распускаются все в одно время. Пион древовидной цветочная роса – это многолетнее растение высотой 200 сантиметров. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания пиона прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает пион древовидной цветочная роса в месяц май. Цветок окрашен в синий, розовый цвет. Интересные цветы пион могут быть до 20 сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.